сгибаемые устройства на рынке уже довольно давно. Первый Samsung Galaxy Fold был представлен еще в 2019 году. С тех пор все больше и больше производителей создают свои сгибаемые устройства. Google, Oppo, Honor, Tecno, OnePlus опять же. Но есть одна проблема. Кажется, нам никто так и не объяснил, а зачем вообще нужны такие устройства. Они дорогие, толстые, много весят и достаточно хрупкие. А в чем, собственно, преимущество? И вот Xiaomi Mix Fold 3. Отличный девайс. Большие и яркие AMOLED-экраны с высокой частотой обновления. Целых 6 камер и все от Leica. Snapdragon 8 Gen 2 и много памяти в придачу. И все это в довольно тонком корпусе. Цифры говорят, что перед нами ультрафлагман. Да еще и в форм-факторе сгибаемого устройства. Дорого? Да. Цена стартует с отметки в $1200. Но круто же? Очень. Нужно брать? Тут не все так просто. Ведь перед нами необычный смартфон. Разобраться, в чем смысл такого устройства и кому оно точно понравится. Для этого мы не только проведем обычные тесты камер, экранов, железа и прочего. Мы поиграем на нем в игры юности, напишем сценарий этого обзора и разберемся, насколько удобна прошивка MIUI. Мы решили отнестись к этому смартфону как к рабочему планшету или даже ноутбуку. А что? Форм-фактор-то похожий. Так что посмотрим, на что действительно способен сгибаемый флагман от Xiaomi. Заинтригованы? С вами Митя Иванов, это Дроидер. Погнали! Если вдруг весь хайп по раскладушкам прошел мимо вас, то напомню, с чем мы вообще имеем дело. У Mix Fold 3 два дисплея, внешний и внутренний. Снаружи вытянутый экран, прикрытый стеклом, а внутри экран больше, почти квадратный и пластиковый. Про характеристики поговорим позже. Здесь стоит шарнир с ресурсом аж в 400 тысяч складываний. Звучит надежно, но, видимо, сами Xiaomi сомневаются в надежности своего решения. Об этом говорит огромный список предупреждений на транспортировочной пленке. Надо аккуратно раскрывать, закрывать, избегать попадания, пыли, грязи, песка, чего угодно. Так что ни о какой влагозащите речи тут не идет. Понятно, будем аккуратны. А так внешне по габаритам и весу девайс тоньше и легче, чем Fold 5 от Samsung. Но больше, чем Honor Magic V2, который, кстати, был у нас на тесте. И начнем мы знакомство с устройством вот с чего. Некоторые производители заявляют, что их сгибаемые устройства отлично подходят для работы на ходу. Чуть ли не круче, чем обычные планшеты. Что ж, проверим. Для выполнения рабочих задач будем использовать приложения от Google. Просто скачиваем их из... Ах, да, у нас же устройство для китайского рынка. А это значит, что ни русского языка, ни Google Play здесь нет. Хорошо, найдем все это в Telegram. Но вот незадача. Встроенный браузер блокирует сайт Telegram, потому что он запрещен в Китае. Что ж, скачали все необходимые АПКшки через компьютер и сделали какую-никакую русификацию. Готово. Устанавливаем приложение. И здесь нас встречает приятный сюрприз. Google все-таки занялась адаптацией своих приложений под планшеты и фолды. Теперь у большинства из них либо слева панель с кнопками, либо приложение разделяется на две части. Например, Gmail или Google Keep. С левой стороны все заметки, с правой просмотр выбранный. И все приложения без проблем перестраиваются из телефонного формата в планшетный. Благо, Xiaomi не стала изобретать велосипед в плане соотношений сторон экранов. У внешнего 21 на 9, а внутренний почти квадратный. Его соотношение сторон 10 к 9. А если вдруг с какими-то программами возникнут проблемы, в системе можно назначить соотношение сторон для любого приложения. Полный экран 4 к 3 или 16 на 9. И вот в планшетном режиме на внутреннем экране очень удобно работать с документами. На экран помещается много текстов, панели инструментов не занимают много места, и до центра экрана можно без проблем дотянуться большими пальцами. И можно заниматься документами, таблицами, электронной почтой, хоть действительно на ходу, но явно не одной рукой. Внешний экран не только вытянутый, он еще и большой. Его диагональ 6,5 дюймов, едва ли можно одним пальцем дотянуться до середины экрана. А с внутренним экраном такой вопрос даже не обсуждается. По меркам планшетов он небольшой, всего 8 дюймов, но для него точно нужно найти вторую свободную руку. И тогда да, прямо на ходу составить себе расписание в календаре, отсортировать электронную почту прекрасно получится. И даже руки не устанут держать девайс на весу, ведь он весит меньше 300 граммов.
Но планшеты еще любят за мультитаскинг, и, кстати, здесь он очень неплохо реализован. Хотя и есть некоторые вопросы к прошивке. Вот эта док-панель на домашнем экране — это, можно сказать, иллюзия. Вызвать ее из приложений нельзя, и это единственная претензия к лаунчеру. Во всем остальном работает без нареканий. В раскрытом виде показывается сразу два экрана с иконками, есть большие папки и какая-никакая кастомизация. Можно выбрать, чтобы все приложения были на рабочих столах, как в iOS, или в отдельном меню. А для запуска приложений в сплитскрине или всплывающих окнах есть несколько других способов, например, боковая панель. С помощью нее можно запустить два приложения в сплитскрине и еще два окна поверх, или можно разделить экран, проведя тремя пальцами. И еще все эти функции по удержанию превьюшки приложения в недавних задачах. Каждое действие сопровождается приятной тактильной отдачей. Есть даже интересная фишка. Если часто переключаться между двумя приложениями, то система сама предложит запустить их в режиме сплит-скрин. И затем на главном экране можно создать ярлык, чтобы открыть эти два приложения одновременно. Ничего фундаментально нового, но продумано. К сожалению, на этом весь мультитаскинг и заканчивается. Никакого разделения по горизонтали, изменения размера приложений или третьего приложения в сплитскрине. MIUI здесь явно проигрывает One UI от Samsung. Однако и в таком виде им вполне удобно пользоваться. Тем более, что в поддерживаемых приложениях работает drag and drop. Например, можно перенести картинку из браузера или график с таблиц в презентацию. Получается вполне сподручно делать какие-то несложные манипуляции прямо на ходу. С другой стороны, перенести тот же график в электронное письмо уже нельзя. В этом случае нужно воспользоваться обычным копировать и вставить. То есть фишка есть, но работает далеко не везде. А что еще отличает планшет от большого смартфона? Возможность использовать чехол-клавиатуру. Xiaomi Mix Fold 3 такой опции не дает. Впрочем, с помощью Bluetooth можно подключить любую беспроводную клавиатуру и понять, что до уровня планшетов устройству, очень далеко. Поддержка клавиатуры как на телефоне. Доступные сочетания клавиш в самой системе можно пересчитать по пальцам одной руки. Назад, домой, недавние приложения. А еще панель уведомлений и шорткаты для запуска приложений. Это все. С клавиатуры даже нельзя запустить приложение с домашнего экрана. Когда я писал сценарий этого обзора, мне нужно было перенести некоторые фрагменты из заметок, и каждый раз мне нужно было тянуться к экрану, чтобы переключаться между приложениями и выделять текст. Так себе продуктивность из этого вышла. Но в некоторых приложениях какая-никакая поддержка клавиатуры все-таки есть. Например, в Google документах или в Chrome. Там сочетания клавиш близкие к тем, что используются на компьютере. Но это будет работать с любым телефоном. Про поддержку мыши можно даже не говорить, это просто эмуляция пальца. Никаких жестов, даже правая кнопка поддерживается далеко не везде. Вообще странная история. У Xiaomi ведь есть линейка планшетов, и там есть удобные программные фишки. Например, док-бар можно вызвать из любого приложения, есть удобные четырехпальцевые жесты. Лучше поддержка клавиатуры. Можно с помощью нее хотя бы переключаться между приложениями. Понятное дело, что во всем этом iPad просто недостижимый идеал. Но можно же было перенести фишки, которые уже есть в устройствах бренда, сюда. Почему Xiaomi этого не сделала? Загадка. Еще, к сожалению, у Xiaomi Mix Fold 3 нет поддержки стилуса, и это еще одна упущенная возможность. Получается, прошивка MIUI совершенно не дает устройству раскрыться на полную. Многозадачность есть, но она ограничена. То же самое с поддержкой клавиатуры, только на самом базовом уровне. Какого-либо аналога режима DeX от Samsung нет. Да, Mix Fold 3 можно подключить к монитору, но все, что из этого получится — отражение экрана и все. Есть еще примерно сотня более мелких недостатков. Гибкое управление уведомлениями с настройкой приоритета — здесь этого нет. Уведомления можно просто показать или скрыть. Подключили беспроводные наушники — их зарядка в верхней панели отображаться не будет. Хотите, чтобы цвет системы менялся в зависимости от обоев? Такого здесь тоже нет. Главный цвет всегда синий. И единственное, что более-менее спасает ситуацию — приложение. Да, не все приложения адаптированы хорошо и все еще зачастую просто растягивают смартфонный интерфейс, но иногда и этого достаточно. К тому же, все приложения, которые мы тестировали, запускались в полный экран на обоих дисплеях. Никаких полос по бокам. Не было никаких проблем при переключении между внутренним и внешним экранами. Плюс есть фишка, которая позволяет настраивать действия при складывании устройства. Можно либо сразу его заблокировать, либо продолжить работу с приложением сразу или после свайпа вверх. А для чего еще покупают девайсы с большим экраном? Еще и для игр. Поэтому превратим наш рабочий планшет в портативную консоль.
На бумаге железо у нас тут действительно игровое. Как мы уже говорили, Snapdragon 8 Gen 2 под капотом, 12 или 16 гигабайт оперативной памяти LPDDR5, от 256 гигабайт до 1 терабайта постоянной памяти UFS 4.0. И вроде бы все должно быть идеально, но все-таки есть проблемы, о которых результаты бенчмарков, естественно, не скажут. Но вот они, если интересно. Тогда насущный вопрос: что с тротлингом? По результатам тоже вроде все отлично, и с Game Turbo и без него результаты идентичные. 100 потоков на полчаса, производительность упала всего на 13%, при этом телефон был едва теплым. Так что же не так? Давайте посмотрим, как дела обстоят с играми. Кстати, для большинства вам придется поворачивать смартфон в горизонтальное положение, вне зависимости от используемого экрана. Для внешнего это очевидно, но внутренний же, квадратный, какая разница, как его держать? Дело в том, что при запуске приложение или игра сообщает системе, в каком положении его запустить. И это правило одинаково для всех устройств и экранов, без исключений. На внешнем экране играть во что-то серьезнее простейших казуалок неудобно, так что мы будем говорить про внутренний экран. На нем играть гораздо лучше. Как на планшете, но только очень тонком и легком. Начнем с Genshin Impact. Максимальные настройки, лимит FPS 60 кадров, и все идет неплохо первые 15 минут. А потом постепенно падает частота кадров, и смартфон сильно нагревается. Настолько, что его почти некомфортно становится держать в руках. Это первый звоночек. Во Wreckfest можно играть с FPS выше 60, но надо потанцевать с бубном. Удалить данные приложения, батарея и производительность. Это приложение отвечает за ограничения FPS в играх, а удаление данных принудительно закрывает его. Правда, это будет работать до следующей перезагрузки смартфона. При самых высоких настройках графики FPS не проседает ниже 75 и держится около 90 кадров в секунду. А в остальном, ну, банально же. Топовое железо тянет топовые игры. Ничего нового. Так было всегда. А вот что стало возможным только относительно недавно — эмуляция домашних консолей из начала нулевых. Во что же можно играть таким образом? Ну, например, мы поиграли в Need for Speed Most Wanted и Underground 2. Запустили через эмулятор GameCube под названием Dolphin. Для этого не нужно почти никаких заморочек. Установить эмулятор, найти в интернете образ диска, настроить управление, подкрутить графику, если надо, и вперед! Ах да, вам понадобится геймпад. Играть без него совершенно неудобно. Эмуляция работает довольно хорошо на таком устройстве. GameCube — приставка старая, и игры под нее в формате 4:3, то есть практически во весь экран. Графика, конечно, не Unreal Engine 5, но когда-то и этого было достаточно. Это касается и Underground 2, и Carbon, в которые тут тоже можно поиграть. Количество кадров плавает от 40 до 60. Играть комфортно, да, но смартфон не выдает максимальную частоту кадров, но при этом не греется и не разряжается за 3 часа. Это значит, что железо работает не во всю силу, и это уже второй звоночек. В чем же дело? На самом деле все банально. Где-то со времен смартфона Xiaomi Mi 8 в прошивке MIUI установлено ограничение. Максимальную производительность получают только приложения из белого списка, который определяет сама Xiaomi. В этом списке наиболее популярные бенчмарки и игры. Например, Genshin Impact, PUBG, Call of Duty Mobile и прочие. А для остальных приложений частота процессора урезается. И вот результат. Впрочем, такие ограничения не мешают эмуляции более старых систем. Играть на большом экране с таким соотношением сторон в классику видеоигр — одно удовольствие. Можно даже подключить два геймпада и играть вдвоем. В общем, с играми все, ну, неплохо. Хотя странные программные ограничения явно портят общее впечатление. И снова все, о чем мы говорили, можно сделать на любом планшете. Или не все. Я думаю, что на планшете нельзя будет сделать вот так. И эмуляция Nintendo DS — это единственный случай, когда форм-фактор сгибаемого устройства, ну, максимально оправдан. Это не просто выглядит забавно и интересно, но еще и довольно играбельно. Шарнир хорошо держится в нужном положении, а приятная виброотдача вполне заменяет физические кнопки. Так что еще один плюс в копилку сгибаемых устройств. Далеко не всем нужный, но занятный. Вот мы поработали и поиграли, но кажется, совсем забыли о том, для чего большинство людей покупает планшеты. Чтобы смотреть фильмы, сериалы и видосики. И вот с этим-то Mix Fold 3 точно справится. Кстати, за Xiaomi Mix Fold 3 для нашего расследования мы хотим сказать спасибо нашим друзьям из магазина Technodeus. На их сайте вы найдете как идеи для подарков на разный бюджет, так и крутые гаджеты для себя любимого.
Ведь не обязательно дарить подарки только близким. Можно и себя порадовать. И в Technodeus вы наверняка найдете то, о чем давно мечтали. Ссылка на магазин в описании. И вот именно в таких более простых задачах к смартфону минимум вопросов. Все ограничения, о которых мы рассказали раньше, никак не влияют на удобство потребления контента, на просмотр видео, листание фоточек, чтение и все такое. Хоть дома, хоть на улице под солнцем, благо яркость обоих экранов позволяет это делать. У внешнего около 900 нит в стандарте и до 1800 нит в пике. Внутренний экран чуть поярче. Те же 900 нит в стандарте и до 2000 нит в пике. Неплохо, но Xiaomi обещала больше — 2600 нит. Обидно, досадно, но ладно. При этом на этом экране под солнцем тоже все видно, но из-за пластикового покрытия он немного по-другому отражает свет, и иногда складка очень заметно подсвечивается, хотя в остальных случаях под прямым углом ее не видно. Но любой другой угол, и она бросается в глаза. А также чувствуешь, когда проводишь во время свайпа. Что поделать, издержки форм-фактора. И, конечно, оба экрана работают с частотой до 120 Гц. Единственное, что не всем подойдет пользоваться девайсом, особенно в раскрытом виде, в темноте. Потому что шим. Коэффициенты пульсации от 5 до 9% на внешнем дисплее. Неплохо. На внутреннем дисплее 15 и 17% на максимальной и средней яркости и до 70% на минимальной яркости. А еще на низких уровнях яркости появляются довольно заметные артефакты. Например, при просмотре видео темные оттенки будут сливаться в черный. Также важен звук. Здесь два динамика, сверху и снизу, если держать смартфон вертикально. Звучат довольно громко, но им явно не хватает баса. Чтобы смотреть видео лежа на кровати или за приемом пищи, сойдет. А вот для музыки лучше подключить наушники или колонку. Шарнир у Mix Fold довольно жесткий. Девайс без проблем держит любой угол менее 135 градусов. И, например, в YouTube есть поддержка аналога Flex Mode от Samsung, когда устройство находится в полуразложенном состоянии и приложение адаптирует интерфейс. Видео занимает верхнюю половину экрана, а в нижней — все остальное. Но в комплекте есть классный чехол с подставкой, можно открыть видео на полный экран. Казалось бы, большой экран вкупе с аккумулятором емкостью 4800 мАч. Никаких рекордов автономности здесь быть не может. Однако энергоэффективный Snapdragon 8 Gen 2 и LTPO матрица дают отличный результат. Вот наш стандартный тест: светлая тема, максимальная яркость и плейлист с разборами на YouTube. Внешний экран плюс внутренний экран. В таком режиме расход батареи составил всего 6% в час. С автономностью проблем нет. При умеренном использовании без игр можно рассчитывать на плюс-минус 6 часов активного экрана. Любого из. И еще больше, если просто читать или смотреть видео. А для зарядки можно воспользоваться комплектным блоком питания мощностью 67 Вт. А также устройство можно зарядить по беспроводу. На нем можно читать книги и новости, комиксы и мангу тоже, кстати. Но все то, о чем мы рассказали на данный момент, можно отнести к любому планшету. Впрочем, во всех планшетах грустная ситуация с камерами. А тут еще и лейка опять используется. Начнем со скучного. Характеристики. Основной модуль 50 мегапикселей, светосила 1.8 и оптическая стабилизация изображения. Из-за биддинга снимки в формате 4 к 3 будут в разрешении 12.5 мегапикселей. А еще тут два телевика по 10 мегапикселей каждый с оптостабом. Один имеет зум 3.2, другой перископный, пятикратный. Про ультраширик тоже не забыли, он тут на 12 мегапикселей, но без автофокуса, что немного странно для устройства премиум сегмента. И какие же снимки делает вся эта система камер? С одной стороны, никакой излишней резкости, контрастности и вырви глазных цветов, чем зачастую грешат флагманы других производителей. Снимки с камеры смартфона выглядят мягко и естественно. Вот, например, фотография парка. Можно рассмотреть отдельные листья, но при этом никакого перешарпа. И хороший динамический диапазон, ничего не пересвечено. Видимо, с этим и помогла лейка. В целом, качество именно такое, которое ожидаешь от флагмана ценой больше, чем 1000 долларов. С другой стороны, проблем тоже хватает. Начнем с основной камеры. Иногда не хватает динамического диапазона, и снимки получаются слишком темными, как здесь. На самом деле было гораздо светлее. Плюс камера иногда может выдать совсем блеклый снимок. Вот, например, как здесь.
На самом деле у этих растений был совсем другой цвет, гораздо более насыщенный. Для съемки при недостаточном освещении телефон автоматически увеличивает выдержку. Получается все равно не очень убедительно. С одной стороны даже звезды видны, но с другой снимку явно не хватает четкости. И еще, в таких условиях смартфону иногда трудно бывает поймать фокус, и вместо красивого вечернего неба можно получить картину маслом. У ультрашерика в целом те же достоинства и недостатки. Из плюсов цветовая температура зачастую неотличима от основного модуля и вполне неплохие ночные снимки. Да, если приглядеться, то видны шумы, но в целом хорошо. Что даже удивительно ввиду отсутствия на модуле оптической стабилизации. К сожалению, отсутствие автофокуса значит, что никаких макроснимков не получится. Для зума можно использовать не только телевики, но и кроп с основного модуля. Будет двукратное приближение. Уже обычная история. А вот с телевиками интереснее. Они оба еще темнее, чем основной модуль, поэтому при малейшем недостатке света трехкратный телевик будет выдавать не самую лучшую картинку. Про пятикратный, у которого светосила вообще 2,9, можно даже не говорить. Им пользоваться строго при дневном освещении. Но если вдруг вам нужно еще больше зума, то цифровой зум доступен вплоть до значения 50x. Такой же плавный зум происходит и при видеосъемке, и все те же плюсы и минусы камер применимы и к видео. Снимает хорошо, хотя иногда может не хватать динамического диапазона. Разрешение съемки вплоть до 8К, и можно плавно переключаться между всеми модулями, и переходы не особо заметны. За исключением ультраширика. Так как у него нет оптической стабилизации изображения, появляется тряска, хотя и незначительная. Как и полагается, у Xiaomi в приложении есть множество настроек и режимов съемки. Например, можно снимать сразу на фронтальную и заднюю камеры. Ну и обычные вещи вроде профессионального режима или таймлапса, для которого, кстати, не обязателен штатив. Сгибаешь смартфон и ставишь его на поверхность. Интерфейс камеры при этом перестраивается на манер Flex Mode. Единственное, что может не понравиться владельцам такого дорогого смартфона, ставить его экраном вниз на землю или даже на асфальт. Островок камер сделан на манер Xiaomi. Выглядит вполне неплохо. Да, выпирает, но с таким тонким корпусом этого следовало ожидать. Плюс, как в Xiaomi 13 Ultra, корпус плавно поднимается к островку со всех сторон, что без чехла, что в чехле. То есть рукам вполне удобно. Теперь фронтальные камеры. Их здесь две. Внешняя расположена сверху, по центру и снимает вот так. Внутренняя в левом углу и снимает вот так. Немного по-разному, но общее у них то, что они практически не нужны. Только для видеосвязи разве что. А вот для селфи можно и даже нужно использовать основные модули. Благо смартфон умеет использовать внешний экран как видоискатель. А еще на внутреннем экране удобно редактировать и сортировать снимки. Сделал фото, открыл смартфон, открыл Photoshop, на большом экране отредачил и поделился. Правда, не все приложения поддерживают такое. На этом, видимо, дело о сгибаемых смартфонах раскрыто. Простите за каламбур. Все проверили, оценили, поэтому можно переходить к выводам. Первый Mix Fold был представлен более 2 лет назад. Смотрите, какой неказистый. Fold 3 — это инженерное чудо, но болячек у самого форм-фактора до сих пор много. Складка на внутреннем дисплее, а сам экран царапается буквально ногтем. За время использования на внутреннем дисплее появились не самые мелкие царапины. Неясно, что будет с ним и с механическими частями в течение года или двух. Мы вот буквально начали обзор с того, что Xiaomi боится лишней пылинки внутри шарнира. Конечно, это не новость для такого формата устройств, но это еще раз доказывает, что вся конструкция пока что хрупкая. Но нельзя назвать конструкцию сгибаемого устройства его главным недостатком. Речь не об этом. Главный недостаток Xiaomi Mix Fold 3 — это прошивка. Дизайн системы уже явно устарел, в ней не хватает возможностей по мультитаскингу и есть куча мелких недостатков. Дизайнеры и программисты MIUI явно отстают от инженеров. Его приятно складывать и раскладывать, он получился очень приятный тактильно, не слишком толстый и не слишком тяжелый. Громко звучит и создает отличные фотографии, работает быстро и долго. Но каждый раз, когда вы будете требовать от него что-то сложнее просмотра YouTube, то вы будете сталкиваться с ограничениями. Поэтому вывод здесь только один. Лучше взять смартфон и планшет из одной экосистемы. Потому что Xiaomi Mix Fold 3 — это самое лучшее устройство, которое вам не нужно. А на сегодня это все. С вами был Митя Иванов, это Дроидер. До встречи в будущем. We'll be right back.